play the game that they like to do here called overrated underrated so mm -hmm. i will give you a word you just you can only say overrated or underrated facebook overrated ethereum underrated bitcoin oh boy i'm <laughs> gonna say overrated at the risk of but uh, under protest okay. ask with an asterisk all right jamie diamond <laughs> overrated <laughs> 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 eos overrated ripple Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня я хочу показать вам отрывок этого интервью, которое совсем недавно давал технический директор Ripple Дэвид Шварц. Поэтому в случае, если вы держите XRP или задумываетесь о его покупке, вы точно захотите его увидеть. Если вы являетесь частью семьи XRP, этот видеоролик явно для вас и вы можете вполне законно поделиться им с теми друзьями или знакомыми, которые тоже холдят XRP. А я со своей стороны постараюсь быть справедливым и менее субъективным, чтобы этот ролик не выглядел призывом покупать XRP на всю котлету. Именно поэтому я хочу, чтобы вы получили всю информацию прямиком из уст самого Шварца, а не моих кстати, невероятно умный человек. Если хотите услышать полное интервью, ссылку оставлю в описании. А вам же я покажу только самый актуальный и важный отрывок, по моему мнению. И несмотря на то, что сам Шварц настроен оптимистически по отношению к будущему именно XRP, даже он не отрицает того, что у XRP есть довольно трудные задачи, которые нужно решать. Например, вопросы с регуляторами, которые нужно закрыть прежде, чем банки смогут вообще пользоваться XRP. Собственно, именно из-за неопределенности банков и буксует принятие XRP банками. Итак, начнем с объяснений сути проблемы принятия банками цифровых активов в целом, а затем непосредственно перейдем и к XRP, которому Шварц посвятил почти все эфирное время. Итак, слушайте его очень внимательно, ведь речь идет совсем не о Тузе Мунах и Ламборгини. Поехали. Я не раз говорил с главой Ripple о том, что использование XRP в качестве переходной валюты сэкономит деньги и время банкам. Что я хочу сказать? Не похоже, что это вообще происходит. С каждым годом все это остается просто обещанием, и мы до сих пор не видим широкого принятия. Так что же там происходит? Да, я согласен с тем, что принятие цифровых валют происходит немного медленнее, хотя это зависит от того, какими временными периодами вы оперируете. Не думаю, что революции в международных финансовых системах происходят за одну ночь. Это многошаговый процесс, но есть одна проблема. Многие люди думают, да, вот у нас есть цифровой актив, давайте просто использовать его, да и все. Но проблема в том, что платежные системы сегодня не способны поддерживать встраивание цифровых активов. Взять, к примеру, Такую платежку, как SWIFT, где вы, можно сказать, отправляете платежное сообщение. Вам не обязательно знать полный путь этого платежа. Вы можете даже не знать, а существует ли вообще адресат вашего платежа, и узнаете это только после обработки платежа конечным финансовым институтом. Нет никакого способа встроить цифровые активы в такую систему. Поэтому мы оказались в такой ситуации, где мы хотим, чтобы учреждения проводили свои платежи с помощью цифровых активов, но при этом нам нужно заново перестроить платежную систему, как какой-то водопровод. И на этом пути мы поняли одну интересную вещь. То, что существующий водопровод настолько плох со своей пакетной обработкой транзакций, что улучшение такого водопровода станет продуктом, в котором будут заинтересованы как банки, так и не банковские финансовые институты. Поэтому мы сфокусировались на создании первоклассной платежной системы, которая сможет работать с цифровыми активами. И думаю, будет справедливо отметить, что мы до сих пор не доказали, что в действительности можем расплачиваться цифровыми активами. Мы просто делаем этот переход от создания системы, которая может проводить транзакции в цифровых активах, до выяснения того, где конкретно вы хотите расплачиваться такими активами. Ну и, конечно же, мы пытаемся сделать это реальностью. Я правильно понимаю, вы строите сеть XCurrent как платежную систему? Да. И многие люди думают, что она превосходит Swift, и у вас уже почти есть это успешное бизнес-программное обеспечение. Я рад за вас, но кажется, Ripple стремится к чему-то большему, например, вдохновить пользователей всего этого а также использовать XRP для транзакций. Однако для банков это выглядит как ложка для обуви, мол, она нам не нужна. Мы прекрасно справляемся своими платежными сообщениями, поэтому просветите нас, а зачем нужен XRP? Начну с того, что такие высказывания довольно справедливы. У нас есть проблема с убеждением конкретно банков, потому что банки очень консервативны и не скорые на руку. Что мы поняли, это то, что не банковские финансовые организации намного более заинтересованы в том, что может сэкономить им время и деньги. Так что мы создали сеть XRapid как способ решить эту проблему. Сеть была адаптирована к реальной ситуации, с которой мы столкнулись. У нас была эта идея, что институты будут холдить XRP и будут проводить транзакции с помощью этого цифрового актива. Исходя из ряда причин, мир оказался не готов к этому, учитывая в том числе проблемы регулирования, недостаток ликвидности и незрелость цифровой экосистемы. Поэтому мы не смогли добиться конечной цели и нам нужен был более практичный план. X-Rapid заточен на две вещи. Одна из них это международные переводы, где сейчас очень высокие комиссии. Как ни странно, на цифровые активы в этих переводах имеют низкую волатильность. Обычно люди говорят, что волатильность это большая проблема для цифровых активов. Однако, к примеру, если вы в четверг сделали предоплату мексиканскими песо, то пока транзакция пройдет в понедельник, вы удивитесь волатильности этой валюты. Но если бы вы отправляли деньги в XRP, которые перемещаются по планете за несколько секунд, то волатильности вы бы даже не успели заметить. И это при том, что XRP по своей сути нам намного более волатилен, но вы не замечаете этого, потому что удерживаете его всего лишь минуту для завершения транзакции. И вторая вещь, которую решает X-Rapid заключается в следующем. Допустим, у вас есть банк, который не хочет иметь дело с цифровым активом. Мол, мы не можем держать XRP у себя на счету, мы не можем покупать его или продавать. Слишком много проблем с регуляторами. Но давайте представим, что они хотят отправить платеж в Мексику, но при этом не хотят делать предоплату или дать подтверждение спустя 3 дня. Что же им делать? У них может быть партнер X-Rapid, какая-нибудь платежная система, а не банк, которая использует цифровой актив для покупки мексиканских песо, а после предлагает эти песо банку. Это наш обходной путь и адаптация к ситуации, чтобы обойти ограничения, с которыми мы столкнулись. Ребята, есть еще ряд интересных вопросов, которые были озвучены в процессе интервью, на которые Шварц дал прямой ответ, за что ему, кстати, большой респект. И в списке этих вопросов вы можете найти следующее. Давайте перейдем к стейблкоинам. На прошлой неделе мы видели консорциум банков, которые сказали, что заинтересовались стейблкоинами. Значит ли это, что вас выставят за двери? Что вы думаете о монете Фейсбука? Вы не удивлены, что XRP был очень волатилен, курс мог прыгнуть от 2 центов до 4 долларов и обратно, но сейчас токен очень сильно стабилизировался. Что стоит за этой стабилизацией? Кто-то удерживает курс искусственно? Чтобы услышать ответы на эти вопросы, переходите по ссылке в описании на полное интервью. Технический директор Ripple смог ответить на них прямо и без уклонений. И это добавляет уважение к нему и самой компании Ripple. Однако вы слышали, что Дэвид прямым текстом сказал, что у Ripple есть проблемы с банками. Банки консервативны, банки очень медленные в вопросах эволюции, банки не хотят иметь дело с цифровыми активами, по крайней мере, напрямую, как минимум из-за регуляторов. Поэтому Ripple тяжело уговаривать их пользоваться своим XRP. Все это Шварц сказал собственными устами. Технический директор XRP все это признает, но тем не менее менее и он, и вся команда работает не покладая рук каждый божий день, пытаясь воплотить в реальность идею Ripple и революцию XRP. Поэтому, если вы держите XRP или хотите его купить, это интервью вам нужно обязательно посмотреть полностью. Ну а впереди XRP ждет трудный путь, однако, если он будет успешен, думаю, XRP сможет сделать нас богаче. Да, существует множество других похожих криптовалют, и любая из них может преуспеть или погибнуть. Но если хотя бы один проект окажется успешным, все мы будем успешными. Всем нам это будет на руку. Всему криптовалютному сообществу. Ведь все мы так или иначе приобщились к строительству совершенно нового мира, нового криптовалютного мира. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, телеграм, ссылка на который будет в описании, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, зарабатывайте и богатейте. До скорого.